Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня с вами обзор нового режима, полноценный уже обзор. Расскажу, покажу, возможно, для себя что-то узнаю, потому что наконец-то нормальный перевод. Новый режим называется «Линия обороны». Есть три левела, как видите, первый, второй и третий по сложности. И у каждого отличается, каждый отличается друг от друга параметрами. С прохождением дальше и дальше будут все новые и новые герои. В общем, поехали. Самый обычный Джо, обычный во всех смыслах монстр. Отличник, монстр, который успел во всем. То есть это параметры юнитов, которые есть. Саботажник, монстр, уменьшающий энергию вашего героя. Вот так вот. То есть это параметры, которые есть на волнах, которые выходят и которые могут повлиять на исход боя. Очень быстрый монстр, монстр преуспел и монстр, оглушающий вашего героя. Так, и это, судя по всему, медленный монстр с высоким здоровьем. Чего стоит вот реально опасаться? Я сидел вчера, смотрел, я вот на Тайване, мы прошли вторую уже, здесь только первая сейчас будет. И что я могу сказать? Есть момент, и он будет, скорее всего, когда будет повышение волн. Я не знаю, или они там сделали такую привязку, я думаю, не все так просто будет. И на там с 5-й, 6-й, возможно, попозже, до 12-й однозначно вот эти герои, которые с увеличенной скоростью бега, они будут пробегать. То есть они будут просто проноситься. Я вам покажу это, как оно есть на самом деле, но это реально, возможно, так и будет, поэтому надо будет подобрать монстров. Я сейчас постараюсь вам показать, какие монстры здесь в приоритете. Я вам уже показывал. Заодно мы потестируем. Ребята просили тыковку показать. Сможет ли она даже с купидонами справиться? Я даже сделаю такой тест ради интереса. В общем, поехали. Давайте почитаем про сам этот режим. Длится 12 дней. У вас нет ограничения на количество входов. Получить награду только раз в день. Не забывайте, награды сохранены, но не смогут накапливаться. Вы можете выбрать до 10 героев за раз. Размещайте героев, которых желаете использовать линию обороны на базах. Вы не сможете убрать их или заменить позицию. Монстры будут нападать волнами. Размещайте ваших героев стратегически между стартовым порталом и конечным порталом. В каждой волне появляются разные типы монстров. Для победы в этапе нужно... В этапе необходимо, чтобы здоровье конечного портала не упало до нуля к концу боя. То есть надо не пропустить, по сути, героя. Если испытание пройдено успешно, вы получаете награды. Не сказано ничего про какой кулдаун в этого события. То есть с каким периодом он будет, оно будет появляться. Раз там через неделю, там раз в месяц. Вот это вот очень интересно. Но отсюда, как видите, можно уже по наградам собрать, если опять же получится бесплатно, бездонатно героя-призрака. Ну, честно сказать, он по параметрам, ну, по сравнению с лисом, ну, лис это просто, блин, жесть, я в шоке. 14-го скилла этот призывает на двухсоюзных щит, 85 в течение 3 секунд убирает молчание. Ну, в принципе, неплохо то, что убирает молчанку, который каждую секунду наносит юнитам противника урон в течение 4, а также увеличивает получаемый юнитами урон. Но на героя он тоже действует. Имеет шанс увеличить урон случайно вражеского получаемого. Ну, короче, это все такое. Это интересно, классно, круто, но у него нету иммунитетов. То, что есть вот здесь, они немножко ошиблись и не так... перевод сделали, и в итоге мы все подумали, что полярный лис это такое себе, но полярный лис оказался имбой, этот оказался таким себе. Ну, в общем, все в стиле, в жанре IGG, все верили, надеялись в халяву, ну хрен там. В общем, поехали в режим. Итак, первый этап, вызов. Вот ради интереса я хочу, у меня здесь нету имба героя, в этот режим, в принципе, проходится налегке, но я соберу, постараюсь собрать героев, которые мне здесь должны помочь. Ну, у меня они здесь не прокачаны, поэтому вот тыковка у нас сейчас топовая, мы сейчас ее выкинем. Так, первый режим, смотрим. Тыква, ну, бьет, пока не пропускает
убивает всех, ушатывает, смотрите, что она делает. Ну, то есть тыква с водушкой, с этим она вроде как бы будет крутая, но у нас сейчас понижающие. Видите, герой идет быстрее, она уже не успевает. То есть тыква уже не успевает за этим всем. Соответственно, то это то, о чем я говорил. Тыква классно, все круто, но есть одно но. Когда герои будут нестись, она не будет успевать за ними. Вот это вот самое большое такое опасение. Ну, возможно, сейчас поставим на уже более прокачанном аккаунте с водушкой, попробуем пройти. Здесь я просто так чисто по фану пройду, а там я уже вам покажу, каких героев можно поставить. Ну, то есть первый режим, он реально несложный. Ничего здесь тяжелого нету. Самое главное еще, ребят, это собирать монстра, собирать смотрителя. Смотритель у вас будет дамажить. Вот смотрите, душики пошли. И какой вы хрен тут сделаете? Что вы тут можете сделать? Да нифига вы тут не сделаете. Как видите, надо Дрейка ставить, еще кого-то. То есть герои, у которых есть увеличенная скорость, это то, о чем я говорил. Тыква не спасет вас. Да, она там в некоторых моментах поможет, но она не успевает. То есть тут этот момент, я не знаю, как будет дальше. Посмотрите, ниндзяки бегут. Но она успевает там по ком-то бить. Она ускоряет, да. Ну, с водушкой она будет ускорять, я думаю, получше. Сейчас мы это проверим. Но сам факт, что герои, у которых большая скорость атаки, и если будет небольшая дистанция, здесь у нас дистанция, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 таблеток и очень длинная дистанция. То есть здесь шансы у нас как никогда высокие, то, что мы здесь затащим. Максимум, как видите, можно разместить 6 героев. Дальность атаки тоже не особо большая. Вот одного мы, наверное, сейчас пропустим. То есть надо герои с воодушкой. Однозначно. Ну, первые этапы проходятся налегке. Без донатом, конечно, будет сложнее намного. Вот второй этап. И здесь уже, видите, здесь уже я понимаю, что не все так просто будет. Так, попробуем. Это интересное придумать, но... Посмотрите. Видите, да, что делается. Я уже здесь не успеваю. Я просто не успеваю. То есть надо дрейков ставить. Тех, которые могут застанить. Тоже как вариант против юнитов. То есть и стан здесь заходит. И замедление здесь заходит. А тыква вот вроде классно, круто ускоряет. Но она тоже пропускает. Вот мне больше всего здесь зашел ледяха. Кто-кто, а ледяха реально очень кайфовый и топовый. Сейчас посмотрим, сколько мы в итоге потеряем. Вот здоровье нашего портала. Ну, в принципе, прошли. Потеряли немножко, но прошли. Так, забираем награды. Я уже вам награды показывал. Я их пока буду здесь копить, пусть будут. Так. Поехали на следующий аккаунт, и я постараюсь вам там уже показать больше вариантов возможностей. Такс. Скорее поглядите. Сейчас поглянем. Поглянем. Итак, берем тыковку, стрелка, ну в принципе, огника, космо. Я сейчас возьму таких героев. Давайте. В принципе, ну интересно, мы можем взять 5 героев? Можем. Итак, так. Я не посмотрел, какая у меня тыковка. Вот воодушевление, все как положено. Будем пробовать проходить. Тыковкой. То есть можно не набирать, главное, чтобы смотр у вас был. Давайте где-то здесь.
от Тыкова с воодушевлением, 20-й прорыв, но они здесь в принципе не особо сильные, сейчас заодно посмотрим, но видите, они все бегут. Вот она ускоряется, и в принципе она должна без проблем соло сама их пройти. Посмотрим, может мы сможем соло ей пройти. Баф, как видите, пропадает немножко. Ее ставить в самом краю не стоит, потому что герои пока выходят. Надо ей, чтобы немножко подальше была зона действия ее побольше. Так, пошли следующие. Интересно, пропустит кого-то или нет. Пока здесь всех. Первый этап, он не особо сложный. Пятая волна. То есть тыкву с водушкой можно ставить однозначно, ребята, да. Плюс, но вопрос до какого времени. То, что она будет давать ускорение, это, не, конечно, круто, но не факт, что она там его просто мегавал даст. Ну, самое вот пошли душики, сейчас будет интересно. Вот, смотрите. Смотрите, что делается. Это просто жесть какая-то. Это просто писец. Вот. Того мы пропустили 9 душиков с бега. Но я думаю, там еще будет более сложнее. Я не думаю, что IGG просто так дадут возможность нам пройти эту локацию. То есть я думаю, все-таки дальше будет еще повеселее. Так, еще одного пропустили. Но однозначно от этого польза есть, особенно для бездонатов, у кого есть исцеление водушка. Такая тыква однозначно даст пользу, если у вас нету там топовых героев и водушек. Ну, здесь, я думаю, без варианта, тут два монстра сразу, ну, с двух сторон сразу бегут. Тут она точно ничего не успеет, ничего не успеет сделать. Это просто трэш какое-то нашествие, посмотрите, что делается. Да ну нафиг. Они просто над нами издеваются. Но осталось немножко. Но смотрите, держится, держится. Вот она дала ускорение. Нифига себе, нифига себе. Посмотрите, что она творит. Хорош. Давай тащи. Возможно, она и соло затащит. Кто его знает. Вот она взяла разгон. Да, ребят, посмотрите, что она делает. Демона, конечно, она не убьет. Но под разгоном посмотрите, что сделала. Практически всех убила. Демона мы не прошли. Но мы волну, в принципе, она прошла сама соло. Вот, пожалуйста, одним героем. То есть этот герой реально тащит и будет держать. Поехали, покажу по героям, что сюда можно ставить и нужно ставить, что вам тут будет дальше помогать, потому что это пока здесь так все весело и легко. Тыква. Однозначно, только что затестили, да, ворожей, он замедляет, я уже показывал, замедление здесь очень огромную роль играет, да, ну понятно, огник, космо, зефир, герои, которые накидывают окаменение, герои, которые обездвиживают, однозначно, да, Фрея как вариант с водушкой для добивания тоже очень круто заходит, она наносит огромный урон, Анубис тоже, да. Махатма бьет по зоне, забирает энергию. Ну, не знаю, есть другие герои поинтереснее. Гарпия тоже вариант, но у нее целей немного. Леди Лео, стан. Может ударить по рандомных зонах. Такое, знаете. По сравнению вот с этими героями, конечно, это немножко не то. Дрейк станет по всей карте. Вначале можно поставить однозначно, да. Малыш Ник тоже, да. Я вам просто сейчас всех покажу и пойдем там дальше по списку, то есть тоже подходит. Арктика, ну, с кулдауном, заморозкой, ну, тоже вариант можно ставить, это тоже, но тут зона. С таких, кого бы я поставил, Анубиса показал, уже у нас этот станет по зоне, если они будут идти, в принципе, выкинет. То есть любой герой, который имеет какое-то окаменение, стан, заморозку, однозначно против самих героев будет плюсом. То есть против босса, босс не так, на босса только замедление можно влиять. Стрелок тоже, да. Кто там у нас еще такие? Фрэнк. Вот Бигфут. Очень-очень круто будет заходить Бигфут. Я вам сейчас его именно покажу.
Так, с огненькой поставим Бигфута. Правда, у него ускорение, ему надо тыковка в помощь будет. Мы попробуем именно с Бигфутом. Ну, в общем, вы поняли, какие герои здесь приветствуются. Или сам, мне кажется, здесь будет очень круто заходить. Такс. Пробуем. Бигфута тем более нам всем раздали, вот всех он есть. Единственное, что на нем надо, воодушевление. В принципе, нормально. Ну и скилл, конечно же, ему надо в судьбе прокачать. Не знаю, или хватит нам. По идее, хватить. Камней нету, блядь. Ору. Так, ну ладно, пофиг, поехали. Покажу вам еще Бигфута. Давайте начнем опять же с первой волны. Старт, можно даже одного героя брать. Здесь его поставим. Вот смотрите, ладушка на нем включается. И она очень офигенно работает. То есть зона действия зона действия его скилла очень большая. То есть ставим на третью таблетку, и он у вас будет автопроком включаться и замораживать. Чем выше у него скилл, тем лучше будет. Для бездоната это идеальный вариант. Он даже лучше, чем, ну, не лучше, а мой, возможно, даже лучше, потому что здесь он включается сам по себе, а Фениксу надо все время цель. Ну, чтобы включиться, то есть он не автопрокает. Набор вы поставите в ладушку, но она не будет всегда срабатывать, только когда будет цель. А этот же включается в любом случае и не бьет где-то по разным зонам. То есть его будет очень круто ставить в центрах, на перекрестках каких-то. То есть это реально имбовый герой для этой локации. Ну, такого плана героя они все будут здесь тащить. Вот давайте на вторую. Поставим это здесь. Даже ниже можно было поставить, так как зона действия у него скилла. Посмотрите, откуда он замораживает. Ну, он, видите, тоже он пропускает, но, опять же, работает он очень круто. Надо было его ниже поставить, чтобы не пропустить одного душика. Но вот эта вот проблема с ускорением, думаю, вот именно Бигфутом против героев, которые быстро двигаются, будет очень полезно, то есть он будет реально незаменим. Феникс, если тот тоже включается, он тоже классно бьет, Космо тоже бьет по зоне, все зависит от того, какая будет карта. Тут очень много нюансов, но вот такие вот герои с заморозками, они реально очень крутые. И особенно у которых есть автопрок, вообще без проблем. Ну вот, вторую тоже соло прошел. Ну, третью поехали попробуем. Ну, третью тут сейчас будет самый сок. Вот здесь его кидаем. Здесь будет видно полностью все, как они доходят, не доходят. Смотрите, зона действия его скилла. Пожалуйста. То есть, плюс, если сюда еще кого-то добавить. Да, он здесь не дамажит, он у меня не прокачанный особо. Но польза от него, вы видите, как он их замораживает. Точно так же будет и Феникс, и остальные. Ну, это просто жесть, что они творят, но он попропускал. Но если будет тыква, то есть они вместе будут. Давайте вызов. Поставим сюда дополнительно тыковку. Вдвоем их поставим. Одного сюда, второго сюда. Вот видите, у него заморозка дальше работает, нежели у тыквы. Скилл. Вот они разогнались. Сейчас пойдет жара, я надеюсь. Бигфут, а Бигфут? Что за прикол? А вот, наконец-то он включился. Думаю, что за фигня, чего он не включается. То есть, такой вариант для бездоната, это вообще идеальный вариант. Если у вас есть Бигфут и хорошая тыковка, ставите их, пока это работает. Посмотрим, что будет дальше на волнах, это интересно. Но пока, в принципе, шансы есть. Вот все, они пропустили, я не знаю, даже успеют, не успеют. Тыковка, по-моему, сама больше сделала, нежели с ним, как-то странно.
не успели. Блин, что за крик? Давайте. А, у нас нету смотрителя. Вот в чем прикол. Давайте поставим кого-то для смотра. Не будем его ставить. Хм, интересно, видите, смотр все-таки здесь решает тоже очень многое. Хотя, в принципе, я не думаю, что смотр прям там аж так решает. Может, просто чисто совпадение какое-то было. Это первая левела, здесь ничего сложного нет. Все проходится, в принципе, налегке. Видите, смотр ударил по демону. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот гайдик. Надеюсь, он вам поможет. Пишите комменты, кого еще потестировать. Ледяха, я ледяху показывал уже. Ледяха здесь очень круто заходит. Давайте, наверное, я его еще раз покажу. Я не знаю, или он у меня здесь есть. Здесь у меня ледяхи нет. Сейчас мы его сделаем. Постараюсь. Ну, тут особо много от него не надо. Так. Главное скилл, ладушка. Но у нас, к сожалению, нету. Попробуем его вместе с тыковкой. Кстати, интересный вариант будет. Даже 300 самых заработаем сейчас. Я тут просто ни хрена толком нету. Сделали. Ставим ему воодушевление. Надеюсь, оно у меня тут есть. Это тоже уже вам показывал. Это вообще идеальный вариант для многих локаций и решений. Плюс у вас есть еще, ребят, не забывайте, супер питомцы. Это тоже немаловажно. То есть супер пэты тоже тут будут реально тащить. Ставим сюда ледяху. Замедление на героях будет тоже очень круто. Все, поехали. Мы их просто вдвоем ставим тыковку и ставим ледяного. То есть такой вот тандемчик. Он у меня 12, да, по-моему, 12 скилл. Вот он замедляет. И все, без проблем. Вместе с тыковкой это будет вообще топовое замедление. То есть они никуда уже не денутся. Тут вообще без вариантов. Только новые, которые будут выбегать, они еще, возможно, там будут добегать куда-то. Ну а так, реально, ледяха, как видите, вместе с тыквой, это просто кайф. Дрейки вообще никуда сдвинуться не могут. Конечно, по убиваемости они всех не так быстро убивают, как другие герои, но вот с замедлением, смотрите, что делается. Вот, пожалуйста, с ускорением, вообще без вариантов. Они даже подвинуться к ним не могут. Вот вам идеальный тандем, топовый состав. Плюс сюда можно поставить еще для заморозки какого-то героя. И, в принципе, этого вам вполне хватит. Все, без проблем. Все, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.